Вика! Слава Богу, ты пришел! Теперь ты наш начальник! У нас раньше другой был, такой русский, рыжий. Он куда-то подевался, ма. Тебя как... Ты что тут устроили, а? Тебя... Тебя как зовут? Вы почему до сих пор не сделали ничего, а? Вы охренели, что ли? Начальника! Это что такое? Не ругайся! Это что такое? Не ругайся! Начальника! Скажи тебе! Все исправим, начальника! Начальника! Я просил вас сделать в стиле рококо, а вы что мне сделали? Ко-ко-ко! Ко-ко-ко вы сделали, а не рококо! Ко-ко-ко! Мы... Уроды, дебилы, а! Мы делали всегда... Как тебя? Ты мне кого-то напоминаешь, подожди. Ты, начальник, ты мне тоже. Начальники, мы все сделали, как и ты просил. Вот, ага. Посмотри, вот, давай, Равшан, говори, да? Все сделали, как ты просил, вот, что, смотри. Что? Разложной дверь, вот. Разложной. Да. Дай-ка я догадаюсь. Раздвижной. Раздвижную дверь, да, наверное, хотели? Да. Да. Ну, давай, принеси мне снизу что-нибудь, давай. Там не так делать. Дебил, что шутит надо мной он? Там начальника, я на лифте ездил. Ой, друзья. Начальника, не ругайся. Как я тебя понимаю, Сережа, как я тебя понимаю. Не ругайся на нас, смотри, мы сделали, как ты просил. Так. Шкаф Пхукет. Пхукет, вот, смотри, а. А правильно сделали. Пхукет, да? Ага. Пхукет, да. Можно стол к ехать. Вас закроют за это, придурки! Начальник, не ругайся! Вот, смотри, мы на пол постелили факель. Факель. Факель везде. Вот. Факель. 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 Такой факель на кухню. А, там. Кафель. Факель, да. Кафель. Факель. Понятно. Много факель. Я просил не кафель, а плитку. Все плиткой, как Собянин, все плиткой улитки сделать надо. Все, везде. Будут улитка. По всей Москве, чтобы все было. Улитка будет, улитка. Да. Ого. Здрасте. А что у нас тут? Здрасте. Мы ресторан строим, да? А что это у вас тут происходит? А что у нас тут происходит? Мы ремонт делаем. Вы вообще, что ли, оборзели? Я вам заказала ремонт своей квартиры, с вашей бригадой. Вы обещали, что все сделаете за 3 дня. Что здесь происходит? Ну, обещали за 3 дня, значит, за 3 дня сделаем все. Это вы мне год назад говорили. Ну да. Я вас оштрафую. Оштрафуете? Оштрафую. Оштрафуйте меня. Оштрафуйте меня полностью. Когда мы с вами договаривались... Вы обещали, что разрабатывать дизайн будет известный человек, Сергей Лунин. Вот покажите. Показывайте, как здесь все будет. Сереж, иди сюда. Иди, иди, Сереж. Давай, рассказывай. Как там ты обещал все? Вот такой парень, он, знаете, какой ремонт делает? Он делал ремонт самому... Здрасте. Самому... Мне самому делал ремонт. Самому! Да. А вы уверены, что это будет качественный ремонт? Конечно. Это новый вид кондиционеров, они как бы подстраиваются под рост. Вот я маленький, потому что он сразу раз... Если не нравится, можем поменять. Поменять все можем вообще, как бы не переживать. Новый сделаем. Только непонятно, почему кондиционер в моей квартире подстраивается под ваш рост. Я первый зашел, он как бы по Face ID считал и... Через неделю, если ремонта не будет, я вас оштрафую или проверю. О. Поняли? Проверю. Класс. Начальника, мы за неделю не успеем. Нет, не успеем, начальника, да, за неделю. Все.
Мы объявляем! Позавастовка! Позавастовку объявляем! Позавастовка объявляем! Мы... Ребят, ну не подставляйте меня, вы что? Она же меня вот это вот сделает потом. Удиви нас! Удиви нас работать! Удиви! Удиви! Я вам буду платить регулярно. Удиви нас танцем! Танцем удиви! Еще танцем удиви! Танцуй! Слава Богу, ты пришел. В пятницу в 22:00. Юмор на СТС.